Всем привет, это небольшой обзор энергетика Торнадо Active. В общем, ну я вообще из этих торнадо, я пробовал только Торнадо Skill, как бы, вот. Ну у него вкус более-менее что-то как-то сносный был, как бы. Но он был не газированный, кстати, вот он чем отличался. Это Торнадо Skill, он не газированный, то есть. А остальные, насколько я знаю, не газированные. По крайней мере, этот Active, он газированный. Ладно. А торнадо еще шторм бывает. Торнадо шторм, по-моему, там стандартный классический энергетический вкус Барбариса, но я его не пробовал. Вот. Что касается же этого Эктива, значит, ну, тут таурин, кофеин, витамины и так далее. Вот, состав подготовленная вода, сахар, лимонная кислота и так далее. Ароматизатор, но не написано, какой ароматизатор. Я пока шел, пока бутылку не открыл, для меня была загадка, блядь, какой тут будет вкус. Потому что состав читаю, но ароматизатор не написан какой. Ладно. Таурин. Ну, стабилизатор какой-то, кофеин. Красители, бензоат натрия. Ну и витамины. В5, В6, В9, можно сказать, и ниацин. А, как-то так. Ну-ка тут что? Ну, углеводов, можно сказать, 11. Таурина 40, кофеина 30. Ну и вот витамины В5, В6, В, С и ПП. Вот. Ну, В, С это он же В9, а ПП это он же ниацин. Вот, ладно, фиксим. Короче, ну я отсюда прям совсем чуть-чуть только выпил. Вот, много не пил. Сейчас, секунду, я даже не знаю, какой он по цвету. Налью, посмотрю. О! Ну, много лить не буду, потому что не хочу много пить его сейчас. Ну, вот такой желтенький, короче. По аромату, ну как-то я не знаю, аромат дешевого лимонада какого-то, вот, не очень дорогого. Сейчас, секундочку, выпью маленько. А, ну кисленький такой, но кислотность, в принципе, умеренная, но не маленькая, как бы, вот. И, в принципе, довольно сладенький, как бы, я не знаю. По вкусу, вот вкус здесь или мандарина, или апельсина, как бы, вот, я не знаю. Давно я в энергетике такого вкуса не встречал, но здесь вкус, знаете, как, я бы так сказал, здесь вкус, в кавычках, дешевый апельсин, вот так это можно назвать, дешевый апельсин. Если, например, фанту откроешь, да, там прямо апельсиновый такой яркий, сочный апельсин, да, то есть хреначит. Ну, там, правда, конечно, ну, сейчас скажу, короче, яркий, сочный апельсин хреначит, а здесь же какой-то дешевый апельсин как-то, вот не знаю, вот так это в кавычках можно назвать, вкус дешевый апельсин, вот, ну, в принципе, пить можно, как бы, нормально. Вот, что еще, но там в фанте, конечно, да, понятное дело, там в составе еще подсластители есть, как бы, которые усиливают сладость, вот эту всю сочность, а здесь же подсластителей нет, может, из-за этого так хрен его знает, как бы, как-то так. Короче, в целом пить можно нормально по вкусу. Не суперский, конечно, но по вкусу довольно нормальный. Вкус дешевого апельсина, скажем так. Но кислотность умеренная, сахар умеренно, все нормально, как бы, пойдет. А, таурина, в принципе, умеренно, 40, кофеина 30, что довольно неплохо, витаминов по чуть-чуть. Короче, нормальный тут состав, пойдет, как бы. Ну, такой, знаете, бюджетный энергетик, который, в принципе, можно пить, вот и все. Он газированный. Газированный, значит, торнадо скилл. Скилл, например, еще раз напоминаю, он без газа, то есть, если кому надо, не газированный. Не знаю, я лично газированный больше люблю, все-таки как-то их интереснее пить. А по бодрящему эффекту пока ничего не могу сказать, потому что, ну, чуть-чуть он есть, как бы чувствуется, потому что я и до этого пару глотков выпил, сейчас выпил немного, немножко эффект есть, как бы. А, но насколько он сильный, ничего прям уж точно не могу сказать, потому что с этой бутылки я выпил только пока еще немного, то есть, вот. Скажем так, опыта по его питью еще мало, чтобы говорить, насколько он торкает. Если бы я отсюда залпом выпил почти всю бутылку, может, я бы было бы о нем что сказать. А тут я выпил-то вот, наверное, вот столько только еще пока из этой бутылки. Но пока немного торкнуло, вот так скажу. Но не очень сильно, но пойдет. Но мне кажется, все-таки с драйва чуть-чуть посильнее торкает, немного, чем с торнадо. Ну ладно. Короче, вполне сносный такой энергетик, бюджетный, сразу видно, пить можно и так далее. А вот, если надо сэкономить, можно взять. А я его купил, по-моему, что-то там 45 рублей, что ли, в районе 40 рублей, что-то недорого вообще, то есть 40-45, вот так. Все, пока, в принципе, нормальный вариант, просто нормальный, все, пока-пока.